Мы рады приветствовать вас в Школе искусств. Сегодня у нас большой праздник, и в нашем концертном зале собрались те, кто совсем недавно стал жителем волшебной страны под названием искусство. Это наши первоклассники. Все, кто приходит к нам учиться, попадают в удивительный мир искусства. Посмотрите, как много ребят учатся в нашей школе. Какие они все радостные, увлеченные, талантливые. Все вы пришли учиться прекрасному. А самое главное это то, что каждый, кто приходит к нам учиться, непременно находит свое искусство и стремится стать лучшим из лучших. Шелест листьев, звон капели, шум морского прибоя, звонок телефона, гул взлетающего самолета. Все это звуки мира, в котором мы живем. Мы говорим: музыка дождя, мелодия ручья, птичьи трели, симфония жизни. Действительно, из разнообразных звуков как бы сама собой складывается звуковая картина мира. Но это еще не настоящая музыка. Но когда заиграют музыкальные инструменты или послушный взмах у дирижера запоет многоголосый хор, кажется, что все звуки, какие есть на свете, растворились в воздухе. Музыка Островского, слова Петрова. До ре ми исполняет хоровой ансамбль. Руководитель Афиногенова Людмила Леонидовна, концертмейстер Сарычева Елена Васильевна. Встречаем. Жизни. Без нее наша жизнь была бы скучна и однообразна. Она всегда рядом с нами, даже если мы ее не ощущаем. Представьте себе, что музыка вдруг исчезнет и наступит тишина. Мы не сможем петь и танцевать. Наверное, станет совсем грустно. Правда, ребята? Как хорошо, что музыкальные звуки окружают нас повсюду. Музыка и слова Петряшевой «Вереница легких нот» исполняет дудник Анна, класс преподавателя Рыжковой Натальи Юрьевны. Субтитры сделал DimaTorzok.
Учащиеся нашей школы учатся играть на различных инструментах. Этот инструмент называется рояль, что означает «королевский». Он большой, красивый, стоит на трех ножках. Его место всегда в концертном зале. У него есть родственник – фортепиано. Его изготовили в Италии, в городе Флоренция, 200 лет назад. Внутри инструмента есть струны и молоточки. Когда мы нажимаем на клавишу, то молоточек ударяет по струнам, и получается звук. Сейчас Покусаева Варвара вам исполнит «Дождик» Кореневской, класс преподавателя Сарычевой Елены Васильевны. Встречайте!